Самарский дворец ветеранов каждый год открывает свои двери для детей, чтобы устроить праздник в преддверии Дня знаний. В этот раз программа «День грамотея» собрала 50 юных участников из разных районов города, а также их родителей. Среди будущих школьников – ребята с особенностями здоровья. Главное на нашем мероприятии, на нашем празднике – это создать позитивный настрой у детей и у родителей, чтобы встреча со школой прошла с большим желанием, с таким хорошим настроением и дала заряд вот этой бодрости на весь учебный год предстоящий. Для ребят устроили веселые игры на свежем воздухе, провели танцевальный флешмоб с ростовыми куклами. А в зале гостей ждал кукольный театр с постановкой «Сказка о потерянном времени». Среди гостей праздника многодетная мама Мария Крапивцева. Она пришла с двумя детьми, чтобы они смогли окунуться в атмосферу веселья. Нам очень понравилось, на улице играли с детьми. Бычок так весело скакал, тут зарядки, дети улыбались, дети. И представление очень, кстати, прекрасно поставлено. Кроме того, для будущих школьников дворец ветеранов подготовил выставку «Детство Никиты». Она основана на одноименной повести Алексея Толстого. Детям, конечно, интересно она с точки зрения того, как показан ребенок, как показано его детство, какими игрушками он играл, какие у него были учителя. А для взрослых и сама повесть, и эта выставка может быть интересна тем, что она показывает взаимоотношения детей и взрослых. В завершении праздника детям вручили сладкие подарки. Августина Охременко, Сергей Баскин, «События».